Я ездил в больницу, то, что у меня еще до сих пор желудок побаливает. Кстати, жога и все такое вот. Я заехал в больницу спросить, сколько стоит это примерно все. У меня страховка есть, но страховка вроде говорит, что сначала должен я заплатить, а потом она заплатит, когда я ей пошлю это все остальные чеки эти. Короче, они говорят, если ты зайдешь в больницу, тебе нужно 718 заплатить, то, что, чтобы увидеть врача. А остальные цены будут потом зависеть от того, что он будет там с тобой делать, что он решит там. Поэтому я сказал, пока это не нужно. Посмотрим, я еще подожду пару дней. Если улучшений не будет, придется обратить внимание к врачу. У меня есть пару медикаментов, но что-то от них тоже толков нету. Посмотрим. Сегодня ночью я вообще спать не мог. Чай пил с медом. Утром немножко полегчало, только голова болела утром, раскалывалась. Поэтому я поехал к врачу. Врач намного дешевле. Я приехал к врачу, я ему заплатил $50 за приемную. Он мне выписал вот такие вот таблетки. Надо один месяц принимать по одной таблетке. Тоже против этой желчной кислоты. От желчи, чтобы не раздражало мой желудок. Надо кушать. Потом я поехал кровь сдавать. Они попросили, чтобы я кровь сдал, чтобы посмотреть микробы, какие там заражения какое-нибудь там есть. Кровь сдать надо тоже долларов заплатил. И все. Потом поехал я в магазин, где натуральные продукты продаются. Там я вот купил, скажем, вот это сладкий корень. Это такие таблетки жевательные. Они стоят $12.99. Вот. И алоэ вера, натуральный сок за $15. Потом в этом же магазине чуть-чуть позже я еще посмотрел, нашел вот капустный сок натуральный. Он стоит $5. Чай зеленый такой натуральный тоже. Со скидкой за $2 я взял. И вот такая вот персики, такие вот темные персики сушеные со скидкой тоже. Я попробовал уже. Такая соленая. Ну, это сок чисто натуральный, он такой крепко соленый. Не алоэ вера, никаких там приправок, все натуральное это все. Не очень, так сказать, вкусно это все натуральное. Ну вот сейчас буду лечиться, принимать это все. Я весь день не кушал. Я вот часов где-то в 4 попил чай зеленый с медом, и все, с тех пор только какие-то таблетки, витаминки принимал, и все. Даже воду не пил весь день, елки-палки. Потому что я у врача торчал, потом еще в магазин, туда-сюда, и... познакомился с женщиной, русская женщина работает в этом магазине. Я с ней посоветовался, что лучше взять. Я говорю, я прошел вообще-то только из-за этих сладкого корня. Она говорит, ну, я тебе советую это взять тоже. Ну, я взял. Она мне советовала еще другие таблетки взять там с этими... полезные бактерии. Но у меня такие пока еще есть. Вот когда кончится, тогда я... буду потом. Поеду, может, еще. Такая женщина приятная, уже долго здесь живет в Канаде. Рассказала мне немножко о Канаде, про Америку немножко, так же, как она здесь живет, работает, интересно.